Привет, друг! С тобой Эван. И я передаю тебе привет из предыдущей серии про Rolls-Royce. Если ты ее не видел, как мы покупали вот эту пушку, ссылочка в описании впереди, очень классный видос. И все-таки я затупил и не проверил такую клавишу, как О, русскую, украинскую, так же, как и мы слаживали крышу на Феррари. Нам просто надо было нажать на нее. Отпускаем. Зеркала разворачиваются и выезжает значок. Из-за этого затупил. И еще, кстати, открывается экранчик. Вот. Вот сейчас мы складем зеркала, и экран закроется. Вот так. Короче, желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита, и мы начинаем. Как вы еще заметили, я изменил настройки игры, я поставил текстуры на высокие, там еще по мелочи изменил на высокое, но у меня иногда пролагивает жестко, FPS падает. Я не знаю, это такая, блин, можно сказать, тестовая серия с этими настройками, потому что комп у меня не сильно мощный, у меня просто 1050 стоит, чтобы вы понимали. У меня стоит там какие-то RTX и не RTX, вот о чем я говорю, что не успевает прогружаться текстуры, и Rolls покрывается вот такой вот херню. Потом прогружается, и вроде все становится нормально. Давайте отъеду, сначала покатаемся с вами, объясню, что хочу сделать. В казино мы уже раз крутили рулетку. Кстати, эта серия хорошо набрала, так что давайте еще эту серию столько наберем просмотров и лайков. Есть рулетка, которую мы крутили за 50 тысяч фишек, за 500 тысяч рублей на прокрутку, вот. Многие говорили, что Эван, больше туда не сунься, тебе очень, типа, повезло. Ну, как повезло, не очень, типа. Ну, плюс-минус адекватно, потому что пацаны там сливали и по 20, и по 30 лямов. И я думаю, блин, окей, хорошо, пока что не буду, типа. А что, если пойти проверить эти автоматы, однорукие бандиты? Хотя они вообще, ну, чисто я считаю, что это полный наеб, и на нем фиг ты еще просто выиграешь. Но очень много пацанов сидит и крутит, так что давайте их сегодня проверим. Стоит ли их вообще крутить, либо нет. А не заглушил? Ну, ладно, закрываем, пусть. Стоит вот так, и надеюсь, никто его не украдет. И заходим в казино. Как я обожаю, просто смотрю из-за таких мелких косяков. Как вы видите, у меня спидометр что-то не убрался. Потому что, наверное, я со скрытым худом ездил. Из-за этого не убрался. Так, значит, у нас есть автоматы, которые на 5 фишек, на 100, на 5, на 25 и на 500. Мы будем крутить сегодня самые мажорские по 500. То есть давайте закупимся, ну, тысяч на 200, давайте. Я думаю, нормально. Купим вот, например, 25 тысяч фишек за 250 тысяч рублей. Садимся в автомат. Пусть это будет мой счастливый, хотя здесь не будем играть. Мне не нравится вот эта вся стилистика. Вот, вот здесь есть что-то. Вот, 500. Давай сюда садимся. Ой-ой-ой, что-то плохо. Сразу три семерочки нас встречает. Вот, так понимаю. Хотя нет, это еще GTA-шная, наверное, расценка. Так понимаю, внизу покинуть игру левой кнопкой мыши. Вот, крутим. 500 фишек ушло. Ничего не выиграли. Ничего не выиграли. Сейчас, мне кажется, я этих 50 прокрутов просто всору и ничего не выиграю. Вот что-то забагалось. Давайте, не знаю, давайте 15 тысяч на этом автомате и остальные 15 на другом автомате. Хотя лучше уже добивать на одном. Блин, я думал, я буду очень долго крутить эти фишки, но что-то уже 5 тысяч ушло. Это вообще законно? Бля, это походу нереально здесь что-то выиграть. Я сейчас тупо просто солью 250 тысяч. Я это знал, пришел. Еще когда пришел. Блин, вот две семерки и колокольчик, ну блин. Давай, нажимаем уже эту клавишу. Пятнадцать тысяч, пацаны. Ой, я уже, кажется, знаю, какой итог этой серии будет. Если не ошибаюсь, я как-то раз крутил казино в видосе с обновлением. Я крутил там 25 или 100 фишек, не помню. И я там что-то поднял. Ну как поднял? Один раз выиграл и все. А здесь я тупо ничего не выигрываю. Здесь тупо ничего. Колокольчик, арбуз и... Отлично. Вот опять две семерочки. Не знаю, какая просто суть игры. Вот это, пацаны, если вам некуда деть деньги, и вы хотите уйти с проекта, вот...
пожалуйста, сюда. Мне кажется, даже вот это казино грёбаное, которое большое такое, рулетка вот эта, мне кажется, ее более выгодно крутить, чем вот это. Вот реально, я там хотя бы что-то выигрываю. Что-то. А здесь тупо ничего. Там хотя бы какой-то типа гарантированный приз есть. А здесь тупо его нету. А в жопу, давайте крутанем по сотке. Садимся вот этот рядышком. Вот, и крутим здесь, пофиг. Хотя бы какую-то обстановку сменим. Пацаны, последняя 1000 осталось. Крутим. Еще. Мне кажется, это херня. Здесь вообще нереально выиграть. А если и реально, то... Мне кажется, ты на этих автоматах никогда тупо не окупишься. Вот тупо никогда. Вот я сейчас... А что за звук, кстати, был? Вот 3 раза последних осталось. Третий. Второй. Давай уже напоследок что-то. Давай, все. Последний раз. Все. Деньги закончились, ты мне не друг. Короче, пацаны, это казино такая дичь, что ты посидел, вот и уже забагался. Давайте я лучше перезайду. Че, пацаны, давайте возьмем какое-то мини-интервью от этих игроков, что крутят. Привет, что-то выбил вообще? Хуя. Вообще невыгодно, да? Бля, походу вообще пиздец. Че, на камеру что-то расскажешь там? А че интересного рассказать? Ну че думаешь вообще об этом казино? Да вроде нормальная тема, только что-то бабок слил много уже, походу. Вообще что-то выбивал здесь? Нет, ничего интересного. Много слил? Да нет, не особо. Итак, что я думаю об этом казино? Если это еще плюс-минус адекватно, ну как бы в плане лута, что можете выпасть. Конечно, там очень часто выпадает ничего, аж целых. Сколько? 1, 2, 3, 4 сектора ничего. Он часто выпадает. Но здесь хотя бы что-то выпадает. А вот в этих автоматах тупо нифига. Это полный слив бабок. Сколько пацанов здесь сидело? Вот, пацан посидел, ничего не выбил. Прям как и я. Короче, пацаны, это полный развод, полный лохотрон. Никто вам много бабок, особенно в этих одноруких бандитах, не даст. Тем более в мире, вообще в реальной жизни в Лас-Вегасе уже давно вызнали люди, что вот эти однорукие бандиты — это чисто для лохов. Никто у них ничего не поднимает. Нормально можно будет поиграть в казино, когда они обещали добавить вот эти столы, только сейчас я их найду, где ставить на красные, на черные, вот это все, на парные, непарные, вот там уже можно поднимать бабки. А вот эти однорукие бандиты — это чисто, пацаны, развод. Не играйте, берегите свои бабки. На этом все, с вами был Эван, поставьте лайкос, подпишитесь на канал, напишите комментарий, что вы думаете о казино, много ли вы слили именно в одноруком бандите, мне будет очень интересно почитать. Ну, с вами был Эван, всем желаю хорошего дня, всем удачи и всем пока-пока.